Красноярцы стали чаще инсценировать падение в автобусах, чтобы заработать. Так недавно дорожные полицейские уличили предприимчивую пенсионерку в мошенничестве. Помогло этому видеонаблюдение, установленное в маршрутке. На записи видно, как пожилая женщина входит в автобус, потом он трогается с незначительной скоростью. Женщина подходит к сиденью, садится, а потом падает. Владельцу маршрута пенсионерка предъявила претензию, что упала из-за резкого торможения транспорта и потребовала компенсацию. Таких случаев, говорят специалисты, становится все больше. После того, как анализировали видеозапись полученную, мы обратили внимание, что никаких ни рывков, ни толчков не было. Все остальные пассажиры чувствовали себя абсолютно нормально, и только эта женщина упала якобы во время движения.